Все прекрасно понимают, что для народа Молдавии в подавляющем большинстве, более там 99%, эта дата действительно важна. Они помнят, чтут ту великую победу наших дедов, предков, которые одержали над фашизмом. Ибо практически в каждой семье были ветераны Великой Отечественной войны. Вчера я отметил свой день рождения, второе рождение мое. Вчера закончились бои в Берлине, и Берлин капитулировал. Надо мной все время висел клинок, который в любой день, любую минуту готов был отрубить мне голову. 70 лет тому назад я получил вторую жизнь. Я родился вновь. И это рождение дало возможность сегодня вот присутствовать на данном мероприятии. Участники праздничного мероприятия собрались у памятника освобождения, где каждый желающий получил наклейки для автомобилей и международный символ борьбы с фашизмом – георгиевские ленты. Также Совет «За Родину» подготовил в качестве подарков для участников автопробега футболки с изображением символов Великой Победы. Каждый желающий мог сделать посильное количество отжиманий под музыку военных лет и стать частью молдавского рекорда победы, который проводился в нашей стране впервые. После торжественного построения колонна, во главе которой находились ветераны Великой Отечественной войны, на ретро-автомобилях тронулась по улицам столицы к мемориальному комплексу «Вечность». Мы должны показать, что мы не сдаемся, и нас победить нельзя. Это поддержка бывшей истории. Это как бы свято. Праздником вас 9 мая! Память всем! И ветеранам, и молдаванам, и горожанам, всем! С праздником вас! Головы вверх, года поднять! Тебя, Родина, мать, мы до конца будем стоять. За тебя, Родина, мать, мы будем петь, будем гулять. За тебя, Родина, мать, и за страну трижды ура. За тебя, Родина. Около 250 автомобилей вышли на автопробег, чтобы сказать всем, историю не переписать. Сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и наших защитниках. Я помню, я горжусь. Собравшись у вечного огня, участники автопробега возложили цветы в знак благодарности и уважения к воинам-освободителям и почтили их память минутой молчания. Также накануне в Бельцах прошла очередная акция республиканской кампании «Георгиевская ленточка», организованная Общественным советом «За Родину». В ходе праздничного мероприятия участники развернули 365-метровую георгиевскую ленту, которую гордо пронесли через центральную площадь северной столицы. У Бельской примарии состоялся торжественный митинг. Тут же под лозунги «Победа» было растянуто огромное знамя «За Родину». Ранее георгиевская лента уже была растянута в Волоконештах в рамках международной акции «15 дней до Победы». В ближайшее время георгиевская ленточка пройдет в Кагуле и Тараклии, а Кишинев 7 мая ожидает торжественный марш по стопам Бельского с проведением сеанса видеосвязи с Международной космической станцией и вальсом Победы. Наталья Чайковская, Виктор Дудук, Олег Арабаджи, «Ведомости».